Эмоции, блин, честно сказать, бешеные. Были овертайм, такая игра, плюс была неполная команда. Но мы доказали то, что мы можем играть, даже если у нас неполный состав. Вот. И я думаю, на этом мы не остановимся. Это новая команда для нас была. Мы ни разу против нее играли. Это дебютанты национальной лиги. Команда очень хорошая. Они показали борьбу. Это видно было по игре. Конечно, спасибо болельщикам. Болельщики очень сильно погнали нас в конце, дали силы. И из этих эмоций, сил мы выиграли матч. Спасибо большое. Приходите всегда на игру. Будем ждать. Спасибо за эмоции. Спасибо за то, что болели за нас.